Прикоснуться к мечте, огромное желание играть и заниматься спортом продемонстрировали воспитанники Запорожского детского дома-интерната. Сегодня состоялось торжественное открытие новой баскетбольной площадки и первая игра на ней. Сегодня, благодаря усилиям одного из промышленных предприятий города, в Запорожском детском доме-интернате для мальчиков с особыми потребностями открыли новую баскетбольную площадку. Ранее, по словам директора учреждения Людмилы Гончаренко, здесь был пустырь. Теперь новый раскатанный асфальт и отреставрированные щиты. Ребят поделили на команды, и поединок начался. Быстро, ловко и динамично. Воспитанники интерната носились по полю и играли с таким рвением, которого зачастую не увидишь даже у абсолютно здорового ребенка. В доме-интернате находится 137 мальчиков. Физическому развитию здесь уделяют особенное внимание. Ребята всесторонние, считаю, что развиты во всех отношениях. Это и легкая атлетика, это и сегодня, это можно уверенно сказать, уже и баскетбол, это и футбол, это и настольный теннис и так далее. Мы прекрасно занимаемся футболом. Наши мальчишки неоднократно становились призерами областных соревнований по футболу и так далее. Ну, а нам хотелось бы, чтобы они развивались и в других видах спорта, в частности, в баскетболе. Леня Деркач 8 лет занимается спортом, в частности, легкой атлетикой. Он входит в состав паралимпийской сборной Украины. На недавних всеукраинских соревнованиях он занял 3-е место по метанию копья. Говорит, игровые виды спорта тоже очень интересны. Недавно только начал, но игра азартная. Привлекает очень хорошо. Планируешь ли ты дальше заниматься баскетболом? Естественно, это жизнь. Спорт – это жизнь. Леня очень доволен новой баскетбольной площадкой. Здесь много чего интересного, и покрытие намного лучше. И бегать качественно, и ногам удобно. Не спотыкаешься, не падаешь, и чисто, ровно, как положено. Многие ребята очень хотят научиться играть, освоить правила и заниматься как можно большим количеством видов спорта, чтобы постоянно развивать свои физические навыки. И хочу просто научиться, не понимаю, как играть, правила, просто хочу, чтобы рассказали, и как правильно играть. Вот, научиться просто хочу, моя мечта – научиться играть. Чтобы в футбол играть, и баскетбол, волейбол, пионербол, ну, чтобы заниматься спортом. Несмотря на то, что эти ребята лишены многих радостей жизни, они постоянно развиваются и стремятся повысить свою спортивную подготовку, чтобы в будущем достойно представлять свою альма-матер на различных соревнованиях. Не менее важно, что в Запорожье эта новая площадка – одна из немногих, на которых желающие могут с удовольствием поиграть в баскетбол. Большое начинается с малого, и власть имущим пора обратить внимание на недостаток площадок, чтобы как можно большему количеству детей прививать любовь к спорту.